Организация Олимпиады, которая стартует в Бразилии 5 августа, успела стать весьма резонансной темой. Не все однозначно относятся к ней и в столице игр, в Рио-де-Жанейро. Полиция вынуждена бороться с протестами, которые возникают во время эстафеты Олимпийского огня. Всего на пути к главной арене соревнований огонь должны пронести по 300 городов 95 бразильских штатов. Но кое-где демонстранты пытаются блокировать Олимпийскую эстафету. Очередное столкновение протестующих и полиции произошло неподалеку от Рио. Демонстранты не согласны с вопросами финансирования Олимпийских игр. По их мнению, из-за средств, выделенных на Олимпиаду, страдают другие общественные проекты. Кроме того, крупные суммы можно было бы потратить и на развитие социальных, а не спортивных объектов. В результате, чтобы прекратить акцию на пути эстафеты, полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Троих человек задержали.